Электронный терминал для выдачи талонов уже давно не новинка. Во многих городах новые технологии повсеместно используются в различных организациях. Теперь в Хасанской районной больнице появился инфомат. Своего рода электронная регистратура, позволяющая, минуя очереди, записаться на прием к любому специалисту. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Еще совсем недавно для того, чтобы взять талончик к врачу, нужно было с раннего утра занимать очередь в регистратуру. Порой стоять в такой очереди приходилось долго. Но прогресс не стоит на месте. И новые технологии постепенно внедряются в нашу жизнь, делая ее намного легче. Так и в нашей районной больнице появился информационный терминал, позволяющий ускорить запись к врачу. У нас в течение месяца уже установлен инфомат в нашей поликлинике. Что нам позволяет инфомат? Он позволяет нам упорядочить работу поликлиники в целом, разгрузить очередь в регистратуру, а также для того, чтобы пациент сократил время своего нахождения в нашем учреждении. То есть пришел, получил услугу, ушел, не стоял в очередях. Интерфейс программы сделан максимально простым и понятным образом. В главном окне инфомата представлены все сведения о поликлинике, адрес, режим работы и телефон регистратуры. При нажатии кнопки «Расписание работы врача», расположенной в главном меню, можно посмотреть график работы всех специалистов на 3 недели вперед. Для того, чтобы записаться на прием к врачу, нужно будет ввести номер страхового полиса, а также число, месяц, год своего рождения. Далее выбрать специалиста, день и время приема. После этого останется только подтвердить свою запись. Терминал сам распечатает талон, с которым в указанный день можно будет прийти на прием к врачу, минуя регистратуру. Совершенно несложно, очень все удобно, все понятно, в принципе, все там написано. Пользуюсь уже не первый раз, на той неделе вот я к эндокринологу записывалась. Экономит время, в принципе, не надо стоять в очередях. То есть расписание все видно, я могу увидеть, занят талон, не занят. Очень удобно. Но это не единственный способ записаться на прием к врачу без очереди в регистратуру. Если у вас есть компьютер и интернет, то осуществить запись к нужному вам специалисту можно, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на госуслугах. Есть у нас еще единый региональный центр записи к врачу ЕР-25. Ну, там проще записаться, но опять же нужно зарегистрироваться на госуслугах. Там также вы попадаете на нашу электронную регистратуру, выбираете свободное время для вас удобное, и тоже спокойно можете распечатать. Если есть возможность на домашнем принтере талон, можно без талона идти уже сразу к врачу, потому что информация поступает сразу к нам в регистратуру, документы мы готовим и к доктору относим. В регистратуру уже пациентам идти не нужно. Они идут напрямую к врачу. У каждого пациента теперь есть выбор, каким способом записаться на прием к врачу. Хотелось бы отметить, что воспользоваться услугами информационного терминала уже сейчас может любой желающий. Расположен инфомат на первом этаже поликлиники. А если в процессе электронной записи на прием возникнут трудности, то всегда за помощью можно обратиться к сотрудникам регистратуры. Виктория Беляева, Максим Львов, новости Славянки.